Как прокомментируешь сегодняшнюю игру? Да, все очень спокойно, тихо. Много забили, мало пропустили. Хотелось бы, конечно, меньше еще. Но из-за расслабленности, наверное, пропустили 2 гола. Так, соперник играл и сам позволял. Мы сколько уже не проигрываем, уже матчи, наверное, 8. А ты сколько играешь за команду? Ну вот эти, наверное, матчи 8. Да, как считаешь, сыграло ли свою роль то, что ты стоишь на воротах? Ну, я не такой вопрос-то не скромный, я скажу так. Но нет, вратарь в таком формате очень важно. Он не просто 50%, а процентов 70, наверное, команды. Ну, наверное, сыграла какую-то роль. Ну и ты в команде не так давно. Как вообще ощущение? Как тебе команда 16 бит? Мне нравится. С Косогором всегда интересно играть, поэтому мне нравится. Парни молодые, задорные. Здорово.